Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Когда-то давно, мы тогда еще жили в Москве, я побывал в одном китайском ресторане. Хэпин, что ли, назывался? Не помню. Я был восхищен китайской кухней. Это было очень вкусно и очень разнообразно. Затем я побывал в другом китайском ресторане. Там половина официантов говорила исключительно на китайском, а вторая, ну, худо-бедно, на английском. Русского не знал никто. И это ресторан в Москве, на секундочку. Там в основном питались китайцы из посольства. Так вот, кухня этого ресторана мне понравилась гораздо меньше. Я начал изучать этот вопрос и с удивлением понял, что мало того, что китайская кухня имеет несколько, скажем так, основных направлений, так и в том первом ресторане, она была, скорее всего, достаточно сильно адаптирована под европейские вкусы. Все мои дальнейшие посещения китайских ресторанов приносили сплошные разочарования. Не могу сказать, что это было совершенно невкусно, но и особых восторгов не вызывало. Поэтому до сих пор я к китайской, даже, наверное, к азиатской кухне отношусь довольно скептически. Тем не менее, я часто пробую разные новые китайские рецепты. И вот сегодня такой очередной эксперимент. Я почитал состав продуктов, технику приготовления, и мне показалось, что это будет вкусно. Итак, мне понадобится... Свиная грудинка маложирная с уже удаленными ребрышками, имбирь, чили перец, палочка корицы, бадьян, он же звездчатый анис, соевый соус, ведьмо сладкое и зеленый лук. Ну и рис на гарнир. А начну я с удаления шкурки. И сейчас эту свининку надо проварить. Укладываю в холодную воду, довожу до кипения и варю 7 минут. Нарезать свинину надо кусочками не толще 2 сантиметров. Теперь грудинку надо обжарить на растительном масле с добавлением сахара. Несколько минут, просто чтобы подрумянить слегка, и тогда можно добавлять вино и воду. Ну и пока все закипает, подготовлю имбирь и перец. Так, ну свинина тушится 45 минут. Нарежу пока лук. Остались завершающие штрихи. Соевый соус. И лук. Еще 2 минуты и можно пробовать. И не забудьте выправить на вкус. Возможно, ваш соевый соус не такой соленый, как у меня. Рис я сварил за кадром. Ну и долгожданный момент. Надо попробовать, что у меня получилось. Так, вот этот кусман возьму... Нет, это слишком много сала. Вот этот кусок возьму. Вот. Да, вот это получше. Так. А что касается запаха. Очень сильный запах имбиря. Соевый соус присутствует, запахи. И пряности. То есть вот этот корица и бадьян. Прям китайский запах. Очень узнаваемый вкус. То есть это очень пряная, яркая, солено-сладкая свинина. Очень мягкая.
ну, что бы ей не быть мягкой. Любой кусочек с большим количеством сала при длительном тушении становится прям классным. А, отлично. То есть это не та еда, которую я пробовал во втором китайском ресторане, но вот то, что я пробовал в первом, это очень похоже. Ну, по вкусовой гамме, по сочетаниям, то, от чего я восхитился. Вроде бы это южно-китайская кухня скорее, то есть вот яркая, сладко-соленая, иногда немного кислая, острая вся. Но если вы что-то знаете на эту тему, поправьте меня. Короче, да, это можно готовить, это неплохо, это быстро. Но грудинку надо выбирать как можно менее жирную, мне кажется. Потому что там большое количество сала, это на любителя. Поэтому как можно меньше прожилок сала и как можно больше мяса в вашей грудинке. И будет вот так. На этом позвольте прощаться. Напоминаю, сегодня пользовался Samurai Reptil. Классные ножи из AUS 10. По промокоду FRESCO получите скидку. Очень приятную. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Я наверну свининка. С рисом и без палочек.